Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Газета «Графак» распространила такую информацию. Нобелевская премия 2023 года может быть присуждена главам Армении и Азербайджана, если они подпишут мирный договор. Нобелевская премия мира следует присуждать лицу, принесшему наибольшее благо человеческое, сделавшее больше всего во имя братства между народами. Для распуска и сокращения действующей армии и проведения пропаганды Конгресса в поддержку мира. Начиная с 1991 года премия присуждается 10 декабря в столице Норвегии Осло. Не исключается, что эти слухи специально распространяются для участников 2023 года, поскольку геополитические центры больше нас заинтересованы, чтобы армяно-азербайджанский мирный договор был подписан как можно скорее и в регионе. По их представлениям установился мир. Но нельзя также исключить, что подобным обещанием пытаются заинтересовать стороны, пробудить в них честолюбие, пишет газета «Графак». Посмотрим, что будет. Спасибо всем за внимание. Удачи всем.